Доброе утро всем, братья и сестры мои, возлюбленные во Христе. Приветствую вас в Господе, приветствую вас в радости великой, приветствую вас в спасении, которое имеем благодаря Господу нашему Иисусу Христу, который спустился с небес ради нас, который пожертвовал собою ради всех нас, чтобы всякий верующий из нас в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Хочу напомнить всем нам, дорогие друзья, что ждет нас награда на небесах, что Царство Небесное, оно уже приготовлено для нас. Там, на небесах, Христос ушел к Отцу и воссел одесную престола славы и силы и приготовил для всех для нас места на небесах, Господь. Поэтому мы должны сегодня постараться быть терпеливыми в нашей борьбе, в наших духовных испытаниях, в наших искушениях, сохранять себя святыми и непорочными, назидать себя в нашей священной вере во имя Господа нашего Иисуса Христа. Вот, дорогие мои, а сейчас я хочу спеть для вас одну песню замечательную. Давайте все вместе прославим Бога, поблагодарим Его за все добрые дела, за все благодеяния, которые Он делает для каждого из нас каждый день. И будем славить Его каждый день, и будем славить Его сейчас здесь на земле, и будем славить Его в вечности на небесах. Вот, дорогие друзья, и песня такая. Хвалите, хвалите Бога небес. Хвалите, хвалите Бога небес. Хвалите все, в ком дыханье есть. Хвалите, Он наш Творец. Аллилуйя, аллилуйя, Богу хвала, Богу хвала. Хвалите, хвалите Бога небес. Хвалите, хвалите Бога небес. Хвалите все, в ком дыханье есть, хвалите, Он наш Творец. Аллилуйя, аллилуйя, Богу хвала, Богу хвала. Аллилуйя, аллилуйя, Богу хвала, Богу хвала. Аллилуйя, аллилуйя, Богу хвала, Богу хвала. Вот такая замечательная песня, дорогие друзья. Хочу пожелать всем плодотворной трудовой недели, невероятно глубоких и очень близких отношений с Богом. Благословляю вас, благословляю ваших родных и близких во имя Господа нашего Иисуса Христа. Аминь.